Так, Леха говорил, это 15% урез чего урона есть, у кого есть? Ну на себя посмотри. Здесь такая хуйня называется. У меня есть облик тьмы, так вот это облик чисто для тьмы. меня. Чё, Полина? Ну, пытаюсь релогаться. Не помогает. Ты выйди, зайди духом, выйди с рейда, ну, тебя выкинет он живой. Он скоро, блядь, сделал, нормально все зашло. Да, надо кикнуть, наверное. А, нет. Шторы, который смог. Мы уже говорим, это ей. Она ливнула вне рейда, в этом вся проблема. Зайди в рейд, в инст. Ливни. Минуту ждешь, и все, он нарисовал же. А рей, кстати, никто не дисплеил на Бобби. Почему-то. Вон, спроси, кто дисплеит с вами. Друид, наверное, я с вами. Ты что не дисплеил? Жужик не дисплеил, плакал. Блять, если у тебя жужик дисплеит, будет это минус дпсер. 15к дает. А кому? Там танк танкует. Там танк танкует. Кому? Это просто он будет дисплеить пока что на первом. А, нет, там они про... они спрашивают, речь. Где хилы стоят. Не где мы с рейдом стоим, а где хилы стоят. А где хилы? Первая, вторая платформа. Первая, вторая платформа, по-моему, просто отец ему сказали. Лол. Я думал, Эрдру с вами стоит. Ох, нифига себе, первый раз вижу, что Полина была не на первом месте по рассеиванию. Удивительно, да? А шторы у нас что, Т5? Т5 друид или что? Нихуя. Мне что-то по силу не зайдет. Все, рыбку ставлю. Где? Поставил. У всех в окне гильдии дополнительная херня появилась. Какая? Какая дополнительная херня? Ну там прокачка гильдии, типа всякая хуйня. Нет, тут у тебя только. Это походу дополнительно появляется. Либо у офицеров, не знаю, офицеры чекнут. У тебя сколько вкладок? 5 или 4? 5. А у нас 4, у меня 4. Ну это для ГМа, походу. Обычный смертный это не видит. Я, короче, появилась там это. Делики в день, типа там какая-то хуйня. Гильдхаус, наверное. Статистика, скорее всего. Кто что делает? Да, типа того. И сколько в день можно деликов? Софы спиздили по-любому. Ты там полим, все нормально? Лапы нет. Они, дайте, по-моему, все софы пиздят. Бафы раздавайте. Инта. Прям как я. Нету инты и лапы. Лапы нет. Лапа появилась. Инту, пожалуйста. Еще раз даю про... 4 лока, но без мага. Не будет, у вас нету мага. Все тогда все. Он баф собаки есть. Никитос. Все, все здесь, все готовы, пошли на позицию. Все, 3 секунды до пула. Поехали.
Астал. Дальних контролем, сейчас замедляем все. Мага нет. Адмирал, серьезно? Вчера тролль, ты для службы будешь выбирать? Раз. Я не стоял. Ты отдохнешь, блядь, ты. Я не на луже умер. Технолог его убил. Селки надо перекинуть. У меня и так усилки перекинуты. Ты брал. Масса, подними его. И бафы по нему сразу дают. Каст. Перебежали. Моба. Контролим. Отводи. Нет. Пускай вот эти стоят в банах, третий пускай заходит. Блять, отводи. Ложить. Что вы творите? Нахуй ты с бана отпустил? Кто это был, сок, а кто с бана отпустил? Я же тебе говорю, Лёх, давай метки, дай им метки, макросы, блять, заставь. Ты не скажешь, никто нихуя никогда не будет делать. Да они сами должны смотреть за эту хуйню. Да я не про это, я про то, что меточку будет вешать лок, ты будешь видеть, что он вешает. Он пропустил. Типа он пишет макрос бан, ну, заклинание бан, и потом метка, звезда, допустим. Да, каждый... у каждого лока своя метка. Это визуал, это хорошо будет. Тебе будет видно, кто слакает, кто как быстро вешает, и кто на кого метки вешает, кто как перевешивает. Ладно, 4 лока, напишите макрос. Сейчас где-то был у меня, сейчас я его скину вам. И откройте там фреймы, один, пожалуйста. 1, 2, 3, 4 циферки. Поставил. Даже шиву его не дать, да? Да я не зыбку дал, все равно четвертый моб убил. Вон в этот. Ой, не туда. Сейчас. Будилку открывайте. Я не могу понять, почему вот старика лужи нет. Допустим, да? Там, блядь, не знаю, почему друид какой хил, допустим. Или, блядь, сова не может кинуть, блядь, вихрь там, или, блядь, корни. Неужели он настолько попу? Тайфун видел. Тайфун был. Да, тайфун был. Слышите, Локи, флудилка. Я про смерч говорю. Я говорю про смерть и говорю про корни. Тайфун он просто откидывает. И тайфуном ты иногда делаешь наоборот хуже, потому что все мобы в одном месте собираются. И кому какая цифра из локов принадлежит, распределитесь сами или вас называть надо? Вон, Чернтроль 4, Рип 7. Выбирайте себе любые цифры. Первая звезда, вторая кружок, третий ромбик, четвертая треугольник. Лапу, пожалуйста. Суманите, пожалуйста. Ассистов, да, луком. Также и сову с вихрем и с корнем можно тоже захуярить. Ну, видишь, все работает. Крестик это седьмая, семерка. Дай проверку. Ну вот только два лока. Где третий лок, метка? 4 лока вообще. Ну вот я только звезду, вот. Чернтроль. Звезда, где? Разделина ФК.
Да я не вкаптаюсь, макрос-то. Ну скопируй просто, да вставь. И циферку поставь. Циферку, допустим, двойка. Двойка, это будет кружок у тебя. Вы макрос во флудилку скиньте. Во флудилке макрос есть, вон он. Ага, вот, ребят, скопируйте. Дайте приставав, пожалуйста. Приставав. Так, а получается цифру после чего? После этого всего или где таргет 1, там изменять на да, цифру 2? Да, ту цифру, да, ту цифру смени. На босса проверь, потыкай, чтобы кружочек вешался на него. Значит, работает все. Издалека бан не кинется, ты просто это проверишь. Вот, все отлично. Еще раз. Готов разделить? Рим, готов? Рим. Грусть. АФК. Где Рим? АФК просто. Буду пора, блядь, Рима кикать. Проверьте, может, из диса вылетел. Гриб здрав, вон в дисе. Вылетел с игры. Гриб такой человек, он даже не пишет никогда ничего в дис. Не пишет. Не, почему в дис как-то он иногда пишет? Скажи про сову, он сразу напишет. Гриб готов. Капета. Все готовы по готовности поехали. Сразу начинает дисплей включаться. Ну где? Чем быстрее ты дисплейшь, тем больше прохила и ДПС урели. Каст. Забрал на себя. Старый рано выбегает. Мобов контролем. Все нормально. Стой до фейсбук. Звездочку отпускаю. Трусы, крестик. Моба, ближайший пускай доходит. Ходи. Много, много. Хорош, хорош. Все, пускай два эти идут. Трусы, печеньку отпускаю. Раз.
Трусы отпихаются со звездочкой тоже. Чё трусы никто не реагирует? Чё, тех тоже снимайте баны последние. Одного заморозил. В ловушку. Забираю босс. Дальних баны. Ближние пускай идут. Все, баны стоят, звездочка отпускается. Звездочка, крестик отпускается. Чейнку тоже. Чейнку отпустите. Корни. Сакр слил. Там. Раз. Убежали. Дальше, смотрите, лужи не ловите. Мобы. Дальних контролем сразу, отводи. Взорвался сейчас еще два. Одному стан, да. Все, пропали, пускай два доходят, вот эти, которые под боссом. Печеньку, трусы отпускать. Просто. Так, я лагаю. Все. Все, пускай те два тоже идут. Эти пускай стоят. Можно иннер? Забрал. Даже нужно. Моба, дальних сразу баны, ближних замедлится. Еще два. Сильнее бежать надо. Или что, смотри по сюда. Умирал, блядь. Я залагал, я. Съебал ты. Только под взрыв не ставил. Забрал. И спальте с хилом, быстрее. 5%. Стопнет, то босс. Бить, ну, бить. Короче, сейчас таз пройдет, надо моба взорвать, и тогда только это. Когда только переводить, поэтому стопайте по боссу. Вообще не бить босса. Не бить босса. Бейте босса вообще. Мобы. Заводи. Контрольте лучше мобы. Много идет. Теперь у нас много боя. Скай заходит еще два. Бля. Там их трое. Прохил. Много. Проводи, проводи. Прохиливайте рейд, еще вот эти пускай. Звездочку отпускайте. Убил. Блять, БР, луцин быстрее. Я КД, так. Я адмирал. Блять, БР не мосса, быстрее, драгон. Прохил его, переводите босс. Дерса, секунда. Все, пизда. Ну, не дотягивает ДПС немножко, но. Ну, а мы 40 секунд тут у нас устояли, ковырялись. Тут просто, блядь, не в этом дело, хуёвая перефаза. Mm-hmm.
Там, видишь, либо сильнее надо хуярить, либо, блядь, вот в этот момент успеть быстрее было хлопнуть. Ну, блядь, не хватило 5 секунд до хлопа. И 10. Нет, там надо было уже переводить, а я не знаю. Ну, то есть взорвалось там 3 моба, уже можешь... Даже 5 мобов взорвалось, можно уже переводить. Просто... 5 мобов в Албании останется, допустим, даже если... То, блядь, 3 зайдет, прохилимся, ну, бегу. Это если на ВХП будет. Когда побегу все. А, запрыгнул. Ну, если с вечерних воткнуть в нижней позиции ДПСеров, типа Библа, покрасочнее должно быть. А что будет, когда на второй фазе Феникса сольют? Другого сливать, потом третьего сливать, потом четвертого. Нет, когда всех сливают. Победа будет. А, все? Если мелких адов сливаешь на второй фазе, он умирает? Да. Да. А, у него вот понты ХП остаются, да? Он висит с ними, да? Нет, у него он восстанавливает ХП и по 25% за моба снимаются. Вторая фаза, по сути. Вторая фаза наверху, 4 Феникса. Лапу. Там все то же самое, что на первой фазе, тоже мобов надо сливать, так вот, с контролем. И все, и бить финик. А он там какую-то страшную метку накастовал. Это что? Прочитай, метку наведите, да прочитайте на себе. Кровь, Полина. Я готова, я подтвердил. Не-не-не, там другая на второй фазе метка. Еще раз. Который стакается, это стакается. Я готов еще. Это агро босс был. Проня, Драгонс. Я готов, готов. Проня. Если бы у нас все сапроты выбили, может быть и нормально. Интересно, что без сапротов кто-то есть? Что ты говоришь? Как можно без сапротов, блядь, этого босса убить? Как без сапрота? Кто он без сапрота, скажите? Это человек. Два ханта, друид, чернокроль, Денчик будет. Еще раз. Зачетный Никитос Мосса Денчик рулит. Флотбон, где сапрот? Так я выжил, я не заметил, что закончилось. Денчик есть, Мосс есть. Че? Могу кому-то дать из земли. Дай привет. А у фантов-то нету? Не выпьет, стоять. Выпили, но. Забагался. Значит, это... Все, все здесь. Блять, про нет. Где Прони? АФК. Вен, бейте. Подписал 5 минут, 2 минуты лампочку поменяет. Прони, смешите туда, подходите. Кас. Два моба сейчас появится, сразу пускай взрывает. О-о-о-о! Чё, вы силки зря откидывали? Так три нормально держим. Четвёртый уже погибнет. Нет. Пускайте с кармана. Каст. Вот
пускайте мобов, там что есть. Или контролить все, чтобы три моба шли. Забрал. Ну нормально. Пускайте. Поесть активно. Проводи подальше. Тебе сейчас правый моба появится. Вот два моба как раз видишь появилось, пускай заходит. И после них отводи. Че, пускай стоит на месте, пускай эти идут. Прихиливайте. Все, замечательно. Звездочки трусы отпускаются. Красно. Что с трусами? Точно. Что, тебе тоже пускай идут. Забираю нас. Трудно. Трусы с печенькой можно отпустить. Раз. Забрал. Пускайте дальнего. Че он без метки, кстати? Так, быстро. Гриба. Боссу. Два справа сейчас появится, сразу взрывается. Два, три даже. Отводи. Отводи. Все. Пускай это да. Пускается звездочку. Дальних тоже можно. Надо быстрее. Отпускайте, ну что вы, Локи там? Че вы дрочите рядом? Забрал. Это же новый бот. Массакр слил. Отведи. Веди, веди, Лёк. Но... Сразу твои. Да, он язык. Ты усакрати. Ты не стащи своей. Смотри, опять же, процентаж. Отпускай. Локи, отпускай. Раз. Момент должен босс переводиться. Да, да, должен переводиться. Уже должен вот, переводите босс. Три сутки ДПС там. Бить босс. Заводи, заводи. Звезда. Че, пробуем переводить, да? Да, пробуем переводить. Главное, чтобы не успели вылупиться. Сильнее надо. После коста... 10. После коста вылупляться будет сильнее.
Один пацан. Успеет вылупить. 5 секунд до этого, до коста. Побежали. Ну будет 10 сразу, значит, хули, проверка рейда. Все контролят все. Максимальный рейндж сейчас становится. Вот сюда. Подальше, подальше, РГД. Где огонь заканчивается, туда в угол все. Куча стали. Никитос, блядь. Великий бьем. Гера, где? Гера, да? Рассеян. Это что? У вас фир, у нас... Леха. У нас фир. То есть, когда крик феникса, надо отворачивать. Надеюсь, это понятно. Перья, промойся. Перья. Стоим, стоим, стоим. Побежали. Диспельте с меня, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее с диспельте. Жену я Полину диспел, блядь. Меня... Сейчас вы отвернулись. Угу. Перья. Бежим. Перебежали. Крик, вернулись. Бах. Мобы контролим. Контролим. Ну-ка посмотри, незыбко висит на вас? Нет. А не, висит, висит, а не висит. А, сколько было сил? Ну, у нас тут сдохли хилы. Ну и там хилы сдохли, тут хилы сдохли. Тут без вариантов, блять, я хуй знаю. 6 мобов зашло, да? Сколько зашло? 6 вроде. Ну 4 что? Осталось, да? Слышишь? 6 что? Зашло. Все я скачали. Посту? Все ДБМ адмираловские скачали, там крик феникса синий. Нет, у доступа нету. Там, сейчас, подожди. Так, крик феникса ж видно в скиллах, так, когда он кастует. Да ебать, что там видно, это похуй. Надо, чтобы синие буквы посреди экрана еще было. И звук вот этот. Не, вот синие буквы, то, что каст идет на первой фазе, это пизда. Он шотает или чё, крик? Усталость дает фир, если не отвернулся от феникса. Слабость, если продолжаешь кастовать, то сало 5 секунд в каст дает. То есть хилам, ну хилы уронят кого-то. Танка уронит, рейд уронит. Рассеянность, дизарм, ярость обнуляет агро тех, кто попал 45 радиус, 45 метров радиус, обнуляет агро, просто там вот нажимается танком и дальше набирается агро. Самый опасный это усталость и слабость. Усталость фир, слабость топкаст делать надо. Переложно. ДБМ поставить. Сейчас, секунду, я туда закину. Не, ну мы почти убили, пол хп сняли. Ты ж, там же была только что чини. Была только что, потому что я сейчас поправил одну фигню. Не, ну конечно, когда 5 их и ты их хлопаешь. Так, а потом точнее, не поправил. А этот. Не зыбко доставал. Хорошо. Ну от 6 она вряд ли спасет. Я понимаю. Я массакр еще. А че, меточки не заметил, как вешаются локами? Вешается? И остальные еще 6 мобов зашли. Нет, да, вешаются. Как раз 4 локовских были, блядь, за этот. Плюс я по одному дал стан. Ну вот. Зашло 5, получается, и от 5... Ну, там, 6 зашел тоже. Ну, подпрягай теперь сову. Когда взрываются вот эти на второй фазе, они на любом расстоянии бьют. Женоем, где от тебя были? Хоть корни или вихри? А он диспелил? Он сейчас диспелил? Да. Если он диспелил. Леха, он... урон по всем подходит от этих, которые адов на да, второй фазе идут? Да, по всем, по всей комнате, на весь инст, 1000 метров. А, я понял. Этот Жунуэн, он смысла не может. Да? Смысла нет. То же самое ретрики, вы тоже можете 5-секундный стан дать мобу, чтобы он не подошел. Он бегает, смысла нет, блять, на весь инст проходит дамаг, никак не спрячешься.
То есть ты, грубо говоря, видишь, что заходит, блядь, больше трех мобов, по одному даешь 5-секундный стан в раз, и заходят только три моба. Пока 5 секунд стана на этом мобе, стаки сбрасываются, и урона потом по рейду не проходит, когда следующий. Думаю, понятно, да? Джесса, поставьте. Видишь, если у тебя сова диспелит, это вообще это минус контроль, минус ДПС, минус все. Он долгий контроль. Ну, я хуй знает, какого моба ему надо контролить. Это ему надо еще. Кому диспелить? Магов нет. Ну да, это понятно. Я просто говорю к чему. Что сетап-то удобнее. Чтоб совы эти, блядь, контролем занимались. Совы это, блядь, 4 контроля. Это корни плюс вихрь. Это вообще идеальный контроль здесь. Кто... Покажите, кто сколько нанес по этому, по мелкому урону? По мелкому, вот по мелкому первому покажите, кто это нанес сколько урона. Что блин за таракан? Вот, урон по Уголелару. Нейликс первое, Мозер второе, Простя. Третье, три штучки на первых местах, хотя милики должны быть на первых местах. Я только что добавил туда этих ДВшников, так что ДВшники тоже теперь могут. И этот Тарик и Гриб тоже. Враска. Где вообще остальные дамагеры? Вот кто ниже 9-й позиции, вы что там вообще не били его? Они эфиры ловили. Я не ловил эфир, но у меня есть только дамага. Можете скачать. Один хрен эфир. Вот это, кстати, охуенный трай, когда вот фир... Да не, Лёха, там, если они дебаф поймают, они хуй урона несут, понял? Какой дебаф? Лавир фир? На минус урон. Нет, на минус урон. Там знаки вот эти. Минус магический, минус физический урон, минус количество энергии и маны. Ну просто откройте, посмотрите свой, блядь, ДПС. Смотрите, у меня киллшот на 6000 критов. 6000, блядь. Не, просто понимаешь, ДПС будет, когда мы первого снесем, блядь. По ДПС больше. Второго снесем, ДПС еще больше. Вот. Ну, учитывая еще тот нюанс, что, блядь, у нас танки, хилы какие-то, да, то есть там находятся дальше всего рейда. Все дебафы, то есть с 20 дебафов по рейду, по хилам и танкам прилетает 4, 4, 8... Плюс еще два. Вот, кстати, половина дебафов уходит просто на хилов и танк. Смысл половина. Вот, и что, половина... на одного человека два дебафа, хочешь сказать, держи? Нет, почему? Ну все, я первым стоял хантом, блядь. Я стоял на первом, на четвертой, а который этот на минус физ урон, стоял на первой, блядь. Он мне с первой на четвертую кинул. Ну я понимаю, это если, грубо говоря, до тебя так достает. Если хочешь, чтобы на тебя вообще ни дебафа не повесилось, ты должен стоять дальше всех. Ладно, это все интересно, конечно. Что там по приставке? А что, есть люди, на которых дебаф не вешается, что ли? Наверное, на меня. 5 человек. А Фирон, опять же. Как далеко эта фигня работает, если ты не отвернулся? Какой радиус? Фир, да хуя. По всей комнате? 45 метров. Ну, короче, от первого до второго феникса точно. Народ, займите 50 голды на ремонт. Бля, я тоже весь поломался. 2 голды осталось. Блять, вы чё, ДС-ку продайте, блять, вам будет голды на ремонт. Нет, ДС не выгодно продавать. А шары выгодно продавать, они все, говорим. Купите Зефири, продайте легкие за 250. Все, профиль. Ну, РБК сходите, блять, этот пустоту там или что-нибудь, блять, вырвите. Нет, пустота вообще копейки просто. 130. Нормально. На починку. Сердолик 2 косаря, минимум. Локи готов? Ну, сначала пусть все подойду, там что-то вон гриб. Гриб. В принципе, типа, видишь? А, Локи. Большинство рейда пережило 6 ебучих мобов, блядь. Подохли хилы. Хилы
Что вам нужно больше силков-то и про это? Я себе кинул 150 силков хп, и я выжил. А сколько ты адмирал сейчас? У меня сейчас 40 тысяч хп. У стаи у всех было минимум 40 тысяч хп. А у тебя сколько тысяч? Сейчас 38. У тебя больше. Ну плюс сапрот у меня. Крика на хп нету. Почему ты купол не дал, кстати? Был купол там вроде. Он его потом я давал купол. Я чуть позже, да, я не сразу среагировал. Я после этот еще когда умерли, но не совсем. Блять, так для справки мы уже просто посчитали. Отец, можно было сдать лужу и, пожалуйста, не забывай щит на танков поддерживать. По полбоя ты не кидаешь. Вот, ты же плохо. Каких 15 минут? А что, можно это пул начать и не пиздеть просто? На концерт. Серега, ты в рейде? Поехали. Я в дискорде. Тихо вы, блядь. Поехали. Блядь, меня подбили. А, вот разлукал. Что вообще с таким копится? Каст. Блокируешь? Все. Блок уходит, блядь. Ты забыл? Мой без так просто только. Да, пускай лучше. Заберешь по времени. За контроль, чё? Чё, пускай заходит. Ближняя сейчас два право появится, справа. Вот, и один сзади. Вот, все нормально, три взорвалось, пошли дальше проводим. Она по три стабильно выживает. На три звезды. Четыре уже опасно. Четыре хилы бегал. Каст. Будете отпускать, нет, трэш. Пустите трусы, печеньку, тету херотень отпускают. МЗР в луже стоишь, МЗР в луже 400, 5. Мозер. Блядь. Ах, это... Стоп. Лип завис. Мозер здесь. Каст. Выбираю. Ты что, не можешь контроль кинуть? Все, пусть эти трое идут. Локи, снимите там. Трусы, звездочка, понимаете. Поднять можно же.
А он тут? Он... Да. Ну. Мазер 2 вообще здесь? Нет, плюс, блядь, чай. Ура. Бекса покажи. Гриб 4 стак. Так выйти. Ух. Мосса разделена, что ры просит. Ой, просит. Еще и рога дает. Че рога дает? Красный. Вот тоже сдох. Сердце как новое. Смеш вообще, нет? Рога тут вообще сдохнуть не может. Даже если, блядь, 7 будут срываться разом, если у тебя ложный выпад нажимается, у тебя похуй. Мозера, походу, интернет отключил. Ложитесь. Нету смысла. Лежат 3, плюс 4, 5. Ай, плюс 1 вылетел. Мрял, ты можешь написать так, чтобы вот при 10 стаках танк писала, мол, танк нажми? Да. Будет пиздато. Первая фаза вообще будет халява. Я сделаю, как на профе, типа, будет показывать, давай с 8-го, 9-го, типа, 4 стака, там, как, 5, 6, 6 да. А я сделаю 8-й, 9-й, 10-й. Или 9-й, 10-й. Лучше не делай ничего, потому что на второй фазе их по 20 будет копиться. Это полностью ДБМ или там только на ОКХМ? М? На ОКХМ. Это полностью ДБМ или только на ОК? Это только на ОК. Здесь, просто кстати, с аддонами он подобновляет. Поддержка этого DTLC добавлена сегодня ночью. Полностью. А где это? Где аддон качать? Где он находится? Вот в этом. В флудилке там скриншот есть, там написано. Под флудилкой. Вон видео с рейдов, ДБМ, ОКХМ, следующей строчкой. Так, короче, перекур 10 минут. Вот как раз ДБМ поставить. Подходят Адмирал, люди. Через 10 минут, возможно, некоторых людей просто лезет. На фул можешь полностью ДБМ скинуть, а не только ОКХМ? Ну, это там на форуме уже потом можешь докачать. Бля. Ну, через форум, потому что здесь больше 8 мегабайт они могут загрузить, а весь ДБМ весит. Ты можешь ссылку дать? Открываешь ДБМ, и там ссылочка есть, кстати, в ДБМе. Ссылочку на форум. А, я понял, в папке, да? Нет, когда открываешь именно уже в игре, у тебя там написана версия и тому подобное, и ссылка на форум. Так это же гемор накопировать оттуда. Ну или на сайте, это на форуме гайды аддона, у меня он там самый, в самом топе. Дай ты ссылку заебал. Блять. А, вот, правильно. Там нету ОКХМ. Да нахуй мне ОКХМ, мне нужен просто ДБМ. Оба на Дизерон что-то отписал в этой. Мне тут, нечего анонсить, если это все, что, блядь, есть, то тут нахуй ДБМ не нужен. Дизерон мне тут написал. Пиши на почту. Видишь, кому как. Феникс же кастует, да, вот эти перья на второй фазе? Да, который вверху висит, он кастует. А как он как называется? Падение пламени. Падение чего-то там, да? Пламени. Что ты зашел сейчас в тему с дестриками? Смотрю, блядь, Netflix, с которым мы сегодня в РБК и с Мозером первое место занимает. А он у нас, блядь, в РБК ни разу, блядь, в топ не вырвался. Просто ни разу. Блин, постоянно был на четвертом месте.
Адмирал. Тут? А. Если ты какой-то, блядь, каким-то чудом сделаешь такое, что у тебя, блядь, будет кидаться на одну секунду, на три секунды хотя бы метки на пять человек, на которых должны прилететь перья, блядь, это пиздец будет. Да я думал, я лагаю, Никитос, забей. Если мне, если мне уважаемый дядя Дезурон сейчас подскажет, я ему сейчас напишу на почту. А я ты, это сделаю. Ты типа без, ну, без задней мысли, чтобы он не понял, нахуй, зачем это. Если он скажет, я, блядь, заебись, блядь. Ты просто представь, насколько это удобно. У тебя 5 человек с метками, на которых стопудово перо летит. Уже и от них. Да, я еще хочу сделать как пельмени. Показывает же стрелочка ближайшая, куда можно выбежать. Ты сделал то, что я тебя вчера просил, нет? Играл. А о чем ты вчера просил? Ты ссылку скинул, чтобы люди посмотрели, что делать на второй фазе. Еще нет. Я потому я же. Ну, блять, у нас сейчас вот мы идем сейчас убивать вот через 10 минут. Грубо говоря, я формирую такой состав, чтобы убить этого босса. Люди даже не посмотрели видос. А ты я сидишь понимаю. Там ДПМ задрачиваешь, который нахуй не нужен. Я спать лег в тот момент. И когда проснулся, я ушел в город. У тебя сколько времени было, чтобы, блядь, не задрачивать ДБМ, а, блядь, просто захерачить видос? Ноль. Я ДБМ херачиваю между пылами. А что, видос надо перезаливать или что? Да, он мне на компьютере сказал. Его сначала надо обрезать. Нахуй обрезать, что он большой. Просто, блядь, вторую фазу вырежь. Он 2 гига весит. Просто вторую фазу вырежь, блядь, и за метров, наверное, 100-120 максимум. ДПМ нужен только мусор для хилов и все. Ты понимаешь, люди должны наглядно это видеть, а не так, что, блядь, ты ДПМ делаешь, а толку от этого ноль, блядь. Потому что они наглядно не понимают, что я от них хочу, блядь. Ну если еще как типа осквернение на мне пишут в белый чат, если такую хуйня, типа перо на мне нахуй будет писать, типа правильно, что типа вот на него летит, он пишет перо на мне. Воет, загляни в это, в фулдику. Смотри скрин. Какой скрин? Где? Мы пролистали. Фудилка? Да. Никому там делают. Сейчас я это. Катя, а чего так много анимаций? Какой скрин-то, блядь? Мой. Мой. Не вижу, ну скинь его еще раз. Сейчас назад он скидывал его. Смотри. Перед РТ еще, короче. В смысле не перед РТ? Ищи то, что было перед РТ. Там рядом. 17-14. Вот. И чё это? Я вижу такого уебанскую лужу, которая на полкарты. А ты не видишь на мне такое чёрное? И что это? Сам себя целишь? Нет, это аддон, который показывает. Если на этом что-то на меня летит, то он меня предупреждает сразу. Чё за аддон такой похожий на 4? Если ГП летит, предупреждает? ГП? А мне ГП не летит, потому что мне не за что летит. Потому что ему аддон предупреждает, когда ГП летит. Что за аддон, давай? Мы если вот этот кругляшок, что ли, какой-то светящийся волк? Он по фокусу показывает. Нет, черный на мне. Что, не видишь, что ли? Не, я видел на Фениксе какую-то спечку. На маркере смотри, куда смотрит у него центр экрана. Такие кружочки большие. Черные от меня начинаются мелкие. Маленький, потом большой. А что за аддон? Аддон название найди. Открывай модификации. Выход из мира модификации. И перечисляй аддоны. Сейчас начнем, погоди. Зайду в игру. Так. Так. Ну что? Так, ну не Казбар, не Дардамаг, не ЕП, не... Лос Контроль, нет? Лос Контроль это не то. Не то, да? Это другое. Это когда у тебя в центре экрана появляются станы и так далее. Потом... Что-то Микки Скролл... Нет, что-то Бакстекс. Батл Текст это с
справа и слева, входящий и исходящий урон. Первый. Потом какой-то анхил или что-то там принято. Пойду сейчас сделаю. Есть. Знаешь, проще, наверное, было бы сделать просто скриншот аддонов и поискать. Так, теперь я сам перезайду. Смотри. Ты не те аддоны показываешь немного. Или он там тоже настраивается? Чем, если у тебя цель в фокусе, ты и так видишь таргет ее таргета, и зачем такой аддон, он бесполезен? Для PvP. Если у тебя, если он по фокусу цели показывает, и она и так у тебя в фокусе, и ты видишь ее таргет. Не, фокус это я делаю. Ты понимаешь, такая штука может быть, что у этого таргета тоже может быть фокус, и у него может быть контроль по фокусу. Или да, он не понимает, хуйня. Он в PvP же не играет, вот все. Если бы играл, возможно бы. Такого ты не учел? А там именно типа она обрабатывает то, что в тебя идет каст. И показывает эти ебаные круги. Ну контроль по фокусу, это он не инстантом, он все равно же, блять, меняет цель, все равно. Блять, каст. Не идет учет инстант контроля, именно каст. Эр, просто видишь, Алар 1781 урон нанес, 1182 с резистина. Да. Мне показывает конкретно. Да, да. Да, у меня тоже есть тот дом, но я пока без него. Я где-то видел, не помню, как он называется, тот дом, ты именно PvP-шный, что тоже искал. Это текст боя тоже вроде. Всех вот этот ивент сад чудес в календаре не отмечен. А его не должно быть сейчас. Почему не должно быть? Он идет сейчас. Ну, он должен идти через месяц. Он в апреле. Ты на вирусе в Дискорде подписан? Браска. Нет. Вот там писали, что вышел праздник раньше. Делайте, пока есть. Типа его не запланированно выпустили раньше. Называется «Не не знаю, не это писали. Что там, Войт нашел, нет названия? Ты что-то не то скинул. Надо было выйти в выбор меню. Ну, блядь. Да. Там пиздец. Выйти из мира и там модификации открыть. Потому что тут нету его. Типа не отображает он? Он типа даже не знает. Не, те, не то с фото, короче говоря. Ты выходишь в меню с персонажами. Да это и я знаю, нет, блин, это элементарно, что ты. Я думал, что он может тут покажется. Че, какой толк? Или говорит? Так, это раз пошел.
2 пошел. Ну там вроде после экспрела ничего нету. Ну, что-то есть тут какая-то хрень. Ну, по идее, это либо вот этот какой-то Melded Light. Больше я ничего такого не вижу. Также PvP он там офигенно делает иногда.